В общем, такое короткое видео, да? Вот в соседнем Китае за кражу чиновников казнят. Они, осознавая то, что их могут казнить, они все равно, некоторые идут на этот осознанный шаг, да, с целью обогатиться. После чего приговор приводится в исполнение и их расстреливают. Как вы думаете, если у нас в Казахстане введут смертную казнь, некоторые чиновники перестанут воровать деньги? И как вы вообще смотрите на то, чтобы у нас в Казахстане для чиновников за взятку в крупном размере, за хищение госбюджета ввели смертную казнь? Я, например, думаю, что если бы у нас страна была, точнее, правительство было на стороне народа, то давно бы ввели смертную казнь чиновникам, которые грабят нашу страну. А сейчас, если у нас нету смертной казни, мое личное мнение, что государство как бы, ну не знаю, может поощряет это, чтобы чиновники воровали, за границу увозили крупными суммами. В общем, у меня такой не опрос, а такое личное мнение. И можете оставить комментарий. Вы хотели бы, чтобы у нас в стране чиновникам за воровство с госбюджета и, повторюсь, за взяточничество была смертная казнь? Просто я смотрю, даже вот примерно даже ту же птицу баклана взять, да, ее приучили, она ныряет за рыбой. Когда она выныривает с этой рыбой, у ней тайцы со рта вырывают рыбу и дают ей маленький кусочек. Если она проглатывает рыбу, то ее наказывает. Я думаю, что с нашими некоторыми чиновниками, которые разворовывают страну, также нужно вырвать эту, грубо говоря, рыбу со рта вместе с горлом, чтобы другим было уроком, и они не грабили нашу страну. Страну, которая вся почти таблица Менделеева, но почему-то мы живем, как будто бы у нас один, даже стыдно сказать, что у нас один песок, потому что та же Саудовская Аравия на одной нефти впереди всех стран вышла. А у нас и нефти все есть, а люди живут за чертой бедности, обычные граждане. В общем, как вы смотрите на то, чтобы у нас в стране ввели смертную казнь для чиновников? Хотя с нашими судами, я думаю, что толку не будет. Могут, наоборот, еще и простых начать казнить. Всем удачи!